Валико! А, Вайко, да, эрти цхвари, райкна. Валико, 8 был, один баран куда делся? Шени там имя твали. А себя ты посчитал? Нет. Ходар, ваше не на ты. Так 8 это вместе с тобой было. Ва, чем я на того пила? 8 это вместе со мной было. Чито горито, чито маргарито да. Марине как-то Бог послал богатой тете, чуть-чуть больной, но прямо на работе, на кресло тетя усадив, немножко пальцы шевелив, Марин чуть-чуть купюр нашел. Марина думать стал, куда ж теперь лететь, а можно ж в пузырьки и жопу где погреть. Но только на беду Сергуня мимо пробегал и молвит, глядя он на бабки: пока ты, мать, не в белых тапках, поедем в горы походить, шашлык поесть, вина попить. Марина целый день ходил, совсем не ел, совсем не пил, про чачу думал и мечтал. Программ Марина не читал, билет в дорогу покупал, арбузы водка запивал, ну, в общем, в горы так попал. Десятое августа, 8 утра. На джипах мы заехали на высоту 2000 метров. Здесь идут последние сборы. Сначала там ходил Марин, ел помидор, ел апельсин, уже кряхтел, уже стонал, и, наконец, ледник попал. Но хорошо, что не один, а рядом был еще грузин. Ледник Марина удивил, на что-то очень походил. Марина пальцы шевелил, свой навык доктор не забыл. Она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Базовый лагерь под горой Казбек. То ли люди ржут, то ли кони. Все напряглись. Шутки юмора прекратились. Группа посерьезнела. Ну как вам, вкусно, нет? Вкусно. Прекрасная погода сегодня. Надеюсь, что... Руководителя похвалите. А руководитель вообще шикарный. Даже снимает фильм про нас.
11 августа, 12 часов дня. Мы выходим на плато. Ставим лагерь на плато. Группа товарищей делает очко. Потом палатка вверх тащил, и сало ел, и водка пил. Так, мать, ты что пила? Скажи. Чачу. Я уже остаканилась. А если трещин наблюдал, то пальцы руки разминал. И так Марина отдыхал, Сергуню мамой вспоминал. Но вот настал тот день и час, когда закончу я рассказ. В ту ночь Марин не ел, не спал, а после чача отдыхал. Половину третьего ночи мы выходим на вершину. Но вот команда поступила. Грузин ей кошки прикрутил, канатом крепко всех связал и путь на гору показал. Мы поднялись на 4500, 3:30 утра. Последние шаги к вершине. Они всегда самые сложные. Белорусские альпинисты вернулись в Минск после покорения самой высокой вершины Грузии. Путешествие длилось почти 2 недели, а сам путь на гору занял 3 дня. На высоту 5033 метра поднялась команда из 9 спортсменов-любителей. Им пришлось столкнуться с массой высокогорных испытаний. Мы продолжаем спуск по Гергетскому леднику. Базовый лагерь на метеостанции. Ледник очень рваный, тает, трещин бесчисленное множество. Не могу тобою надышаться, отпустить, оставить и забыть. Теперь Михаил ждет горячего кадра. Как мы будем трещину падать. Марина, Марина. Не полон был бы наш рассказ и завершился прямо сейчас. Марина, Марина. На спуске наш Марин ожил и прыгнуть в трещину решил.
Проблема был всего один. Канатом привязал грузин. Марин повыше подскочил и прыгнул вниз. И как на кресле стал опять края руками раздвигать. Не зря томились в долгой скуке Марины боковые руки. Как уцепились крепко пальцы грузину гиду прямо в руки. Скажу я вам, ой, не до скуки, нам было рядом там стоять, пока грузин, припомнив мать, из трещина Марин тянул, канат мотал и пальцы гнул. Попробуй оторвать без муки от трещин боковые руки. Я шла по шагам своих друзей, но, вступив на очередной карниз, карниз подо мной провалился. Вот, и я упала в трещину. И трещина была очень глубокая, но мне, наверное, повезло, потому что она не была широкая. Ребята с двух сторон держали. На помощь подоспел гид, и общими усилиями, каким-то образом, потихонечку мы вышли из этого тяжелого положения. Марина, Марина, я прошу, прости меня, снова пропадаю я, словно свечка без огня. Мораль всей басни такова: если на спуске ты дрова, помогут горные науки, канат и боковые руки. Марина, Марина, сердце рвется из пути, яркой звездочкой свети, я прошу меня прости.
Порча кино. Кончилось кино.